Этаж, которого нет. Пятиэтажка по замыслу строителей должна быть на уровень выше. Но вот уже 37 лет дом не достроен, хотя заселен. Люди с нетерпением ждут капитального ремонта крыши. Нужен нам капитальный или реконструкция кровли. У нас дом такой. Он недостроен, он просто недостроен. И вместо крыши у нас сейчас, в данный момент, перекрытие 6-го этажа и рубероид. Все, больше там ничего нет. А у нас льет до 3-го этажа. Грибок идет по стенам. Дом стоял в очереди на капремонт на 19-й год. Но после изменений в законодательстве автоматически перенесся на 43-й. Жители обратились в мобильную приемную губернатора. Система не учитывает таких форс-мажоров, как отсутствие крыши, как факта. Но ждать все эти годы слишком рискованно. Дом может просто рухнуть. Представители областного министерства ЖКХ и энергетики предлагают сначала провести экспертизу. Водостоков нет и не было в принципе. А какое состояние утеплителя, там что, какой пирог есть, это неизвестно. То есть, если эту крышу ремонтировать, то ее, видимо, надо полную реконструкцию в соответствии со СНИПами. То есть сделать ее или односкатную, но больше наклон, или вообще скатную, двускатную, с организацией как вот парапетов выступающих, так и водостоков. После заключения специалистов станет понятно, что именно нужно делать и сколько на это потребуется денег. Сроки ремонта будут перенесены на более ранний срок, ну, а конкретно на 2019 год, как это и было изначально запланировано. Сейчас у нас основным моментом является, что мы должны провести экспертизу. Все жильцы абсолютно поддерживают это решение, готовы подождать немного. На встрече принято решение, экспертиза будет проводиться полностью за счет управляющей компании. Жильцы не понесут никаких затрат. Марина Матвеевична, Максим Гусев, события.